Меня зовут Артющенко Александр, директор департамента продаж группы областей Юг. Хочу сказать следующее. Наша компания работает последние годы над гибридами, устойчивыми к заразе. Именно это растение паразит, которое не позволяет получать максимальную урожайность. В данный момент в нашем портфолио есть много гибридов, которые устойчивы к этому растению. Что хочу сказать. С этими гибридами наши клиенты могут получить максимальную отдачу. Приглашаю всех к сотрудничеству и желаю хороших урожаев. Спасибо. Меня зовут Гаркуша Лариса Евгеньевна. Я на протяжении 17 лет являюсь директором регионального Николаевского регионального представительства агрофирмы «Сады Украины». Скажите, пожалуйста, какие гибриды пользуются популярностью в Николаевской области? В Николаевской области пользуются популярностью практически все гибриды. На первом месте по покупаемости гибрид группы Clearfield Rimi-2. Вот. По урожайности у нас очень хорошо себя проявляют и классические гибриды, такие как, например, Гольфстрим, который дает 50 центнеров гектара уже второй год в одном из хозяйств. Гибриды новые в этом году. Человек семи раз заразихи, они у нас пользуются популярностью, потому что это большая проблема в области сейчас. И поэтому хозяйство старается выбирать те гибриды, которые, в общем-то, могут помочь им избежать этого неприятного момента. Директора Николаевского представительства Васюта Василий Васильевич. Гибриды подсолнечника самые урожайные по Николаевской области. Это гибрид Rimi, гибрид Анастасия, это классический гибрид, гибрид Rimi технология Clearfield. На сегодняшний день есть новинка Sumo технология. Надеюсь, она нас порадует в этом году по урожайности, по устойчивости к заразихе. Так вообще рекомендую семена садов Украины, семена украинские. Мы готовы к работе с нашими клиентами для получения высокого урожая, для всего самого хорошего, то, что есть в садах Украины. Мы готовы предложить, точно так, мы готовы предложить семена кукурузы и семена зимы и пшеницы. Рады будем сотрудничать с нашими клиентами Николаевской области. Мы сейчас находимся в хозяйстве ДП ДГ «Зеленые кошары» Первомайского района. По прошлому году, по демонстрационному полю, максимальная урожайность по гибриду «Конгресс ЛМР-ОР» достигла 52,5 центнеров с гектара. «Драган», наш «Драган ОР», гибрид устойчивый к 6 расам заразихи, была урожайность максимальная 49 центнеров. По этому году, я надеюсь, у нас будет урожайность не хуже, даже, возможно, лучше. На сегодняшний день состояние очень хорошее, корзинка выполненная, опыленная. Надеюсь, средняя урожайность по гибридам подсолнечника по Николаевской области на демонстрационном поле ДПДГ «Зеленые кошары» составит не менее 40 центнеров с гектара. Хотелось бы пожелать нашим всем партнерам, клиентам здоровья, счастья, финансового благополучия, хороших урожаев на полях и совместного сотрудничества с агрофирмой «Сады Украины». Мы верим в то, что вся продукция агрофирмы «Садов Украины» – это гибриды подсолнечника, кукурузы, сорта озимой пшеницы и гороха дают всегда очень хорошие урожаи, и соответствие идет цены и качество. Поэтому всегда мы уверены в своей продукции, уверены в том, что наилучший выбор – это выбор продукции агрофирмы «Сады Украины».